Я верю в сверхъестественные силы, потому что в моей жизни происходило очень много ситуаций, после которых действительно можно во все это поверить. Я общалась с человеком, которого уже нет в живых, и это был очень страшный опыт, но скорее страшный в положительную сторону, потому что мне было очень интересно, и мне понравилось это делать. Я обожаю пугать своих друзей и близких и взамен видеть их необъяснимые лица, которые показывают всю сущность страха, когда видишь, что человек действительно напуган, и мне от этого становится хорошо. У меня был в детстве случай, когда мои друзья увидели НЛО и сделали фотографию. Но потом, когда мы оставили фотоаппарат в квартире и сами ушли гулять, фотографии просто исчезли с этого фотоаппарата. Я не знаю, был ли это прикол друзей или все было по-настоящему, но то, что они мне показали на фотоаппарате, выглядело как что-то странное. Дежавю – это реальное явление, когда ты осознаешь, что в этом месте ты уже либо был, либо ты подобные звуки уже где-то слышал, или тебе это снилось, и непонятное ощущение появляется внутри, когда ты понимаешь и осознаешь то, что где-то ты с этим уже сталкивался. Я уверена, что на этой вселенной еще кто-то существует, и это страшно, но это очень интересно. В моем детстве в лагере мы вызывали очень много всяких пиковых дам, матерных гномиков и прочее-прочее, но никто не приходил, потому что мы делали это неправильно. Когда я выросла, я перестала верить во все это, но потом я встречала каких-то людей, которые в этом разбираются, и, в общем, был интересный опыт, я не хочу рассказать подробности, но я знаю, что все это правда, и с этим лучше не играть. Вещи, сны 100% существуют, потому что мне очень часто они снятся. Я понимаю, что именно этот момент мне снился буквально 2-3 дня назад. В мельчайших подробностях я понимаю, что я это где-то уже видела. Фильмы ужасов очень наигранные, и, как правило, они не пугают. Я не верю в эту атмосферу, которая происходит в последнее время в фильмах. Но есть несколько классических фильмов, которые действительно приводят в ужас. Чтобы создать атмосферу настоящего хоррора, не обязательно целый фильм пугать персонажа. Можно поиграть с психоделическими историями и воздействовать на психику человека, который смотрит фильм. Таким образом, ты не просто испугаешь его, но ты заставишь весь фильм сидеть в напряжении. И это на самом деле талант, и не все люди умеют снимать хоррор-фильмы круто.